Самая большая в мире звонница вновь играет после 20-летнего перерыва. Колокольни дворца Мафра в Португалии открылись после долгой реставрации. Дворец и монастырь был построен в начале 18 века. Благодаря бразильскому золоту португальский король Жуан V был одним из богатейших монархов мира. По легенде, увидев смету на одну колокольню, придворные пытались отговорить короля, но ему это показалось наоборот дешево, и он приказал возвести две. На концерте 2001 года обнаружили техническую проблему в конструкции, и с тех пор колокола не звонили. На двух звонницах 119 колоколов, включая литургические и часовые. Вся система вместе с автоматонами и противовесами получается больше 300 тонн. Уже во время строительства огромный колокольный комплекс автоматизировали по принципу шарманки. Медные барабаны со шпеньками задают мелодию, которая меняется каждые полчаса. Если нужно играть вручную, то для этого используют клавиатуру, подобную органной. Это самая большая звонница мира, нигде нет ничего подобного. Не только из-за числа колоколов, но и благодаря автоматической системе. Это действительно уникальный ансамбль.